Дорогие земляки, дорогие обнинцы, я хочу с большим удовольствием пригласить вас в кино, которое состоится 16 апреля в нашем кинотеатре «Мир». Замечательный фильм, который еще не был в широком прокате у нас в стране, в России, но уже заявил о себе на многих европейских и американских кинофестивалях. В этом кино снималась и моя семья. Главную роль этого фильма играет мой близкий друг и кум Павел Иванов, солист театра «Московской оперетты». Если вкратце рассказать, то фильм рассказывает про нашу жизнь, жизнь артиста, про его закулисье, про то, с чем мы выходим на сцену, какие у нас бывают трудные жизненные ситуации. И все равно мы выходим, блистаем, дарим радость, дарим свой талант и получаем от вас обратно от сердца к сердцу вашу энергетику, вашу доброту и видим ваши прекрасные глаза. Если вам хочется посмотреть и окунуться в атмосферу артиста, актера театра, увидеть закулисье своими глазами, то обязательно приходите и посмотрите эту замечательную картину. Я думаю, что она вам очень понравится. Этот фильм очень даже неординарный, и он очень ярок и выдающийся, и смотрится очень контрастно по сравнению с тем кино, которое сейчас предлагают на нашем рынке. Закрытый кинопоказ 16 апреля в 18:00 в кинотеатре «Мир». Вы сможете прийти и посмотреть замечательную картину «Гран Канкан». И именно к этому кинопоказу приедет режиссер Нестеров Косарев Михаил, который снимал эту картину. И приедут главные актеры, которые играли главные роли. Вы сможете с ними пообщаться, задать какие-то вопросы или поделиться своими впечатлениями о просмотренном фильме. Я думаю, будет очень интересно, и это действительно уникальная возможность. Приходите в кино.